Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в виде обзоре набор от компании Кингрой профессиональный. Код товара 171 МДА. Состоит набор из 171 предмета. Поставляется такая бумажная накладка. Раньше наборы Кингрой шли полностью в картонном ящике. Сейчас они идут вот такой вот накладка просто сверху чемодан. Гарантия на наборы Кингрой составляет 1 год. Дальше, что еще на упаковке. И изготавливается инструмент Кингрой в Тайване, что указано на упаковке также есть. Далее по комплектации. 3 рабочих квадрата в наборе. Квадрат 1,2. Вот трещотка под квадрат 1,2. Здесь идут трещотки в наборе на 72 зуба. Они идут разборные, идут с реверсом и быстрым сбросом. Рукоятка комбинированная, пластиковые накладки синего цвета по бокам и черное — это все пластик. Надпись Кингрой и на рукоятке надпись еще хром ванадий, то есть материал изготовления. В данном наборе трещотки отличаются немного от обычных наборов Кингрой. Они идут в такой небольшой изгиб рукоятки. Кстати, это довольно-таки удобно в некоторых случаях. Трещотки разборные, внутренности можно будет заменить, если вдруг что-то полетело, или для того, чтобы смазывать, можно ее разбирать и, то есть, обслуживать. Далее трещотка под квадрат 3/8, также на 72 зуба, имеет реверс, быстрый сброс и также разборная. И трещотка под квадрат 1,4. Далее отверточная рукоятка. Здесь она такая вот фирменная, надпись Кингрой. И хром ванадий, указывается материал изготовления. Рукоятка применяется с битами под квадрат 1,4. Это можете заменить. Или можете использовать с головками под квадрат также 1,4. Также есть переходник. Такой одевается на данную рукоятку. И есть в наборе биты, которые в таких боксах пластиковых можете, то есть, вставлять биты из этого бокса и применять данной рукояткой. Здесь вот и то, есть и торкс, есть и 12-гранные. То есть выбор бит здесь в наборе довольно большой. Так. Биты под квадрат 1,2. Также есть торкс с отверстием биты, шестигранные, шлицевые и крестовые. Они применяются с переходником. Вот данный переходник под квадрат 1,2. Есть такой же под квадрат 3/8. То есть можете биты данные применять или 3/8 использовать трещотку, или под квадрат 1,2. То есть. Так, набор Г-образных ключей. Удлинители. Под квадрат 1,4, два удлинителя 50 и 100 мм. Надпись Кингрой и CRV, материалы изготовления, хром ванадий. Далее, удлинитель под квадрат 3/8, 1, 125 мм. Также имеет надпись Кингрой. И два удлинителя под квадрат 1,2. 125 и 250 мм. Удлинитель под 125 мм, вернее, под 250 мм, используется как Т-образный вороток. С помощью такого переходника можете использовать как Т-образный вороток. Подсоединять сюда головки или также еще использовать удлинитель. Этот переходник также является переходником с квадрата 3/8 на 1/2. Вот трещотка под 3/8 вставляем и можете использовать головки под квадрат 1,2. Так, головки в наборе идут
шестигранные. Шестигранные короткие головок, здесь 40 штук, по 3 квадрата. 3 восьмых, 1 четвертая и 1 вторая. Самая маленькая 4 мм. И самая большая головка на 32 мм. Головки имеют, все головки Кенгрой, будь то в наборах или поштучно, имеют синюю линию с надписью Кенгрой. И надпись Кенгрой также идет на металле внизу. Головка 6 граней. Они полностью гладкие, отполированные, то есть без насечек каких-либо или разделение головки бывает. Насечка здесь идет, и тут матовая, тут глянцевая. Здесь они полностью одного цвета и отполированные. Далее головки Torx. 13 штук в наборе. Е4 Torx самая маленькая. И Е24 Torx самая большая. Карданы. Карданы по 3 квадрата. 1 вторая, 1 четвертая и 3 восьмых. Карданы скреплены металлическими вставками. Теперь на верхнюю крышку. На верхней крышке набор головок длинных. 18 штук. 4 мм. Самая маленькая головка. И самая большая 22 мм. Головки хорошо защелкиваются в крышке, что тоже немаловажно, потому что чтобы инструмент не выпадал во время закрывания набора. Здесь вот инструмент хорошо защелкивается в своих местах. Большой набор бит под квадрат 1,4. Я уже показывал, они используются или с отверточной рукояткой, или можете одевать на трещотку их, в зависимости от работ, которые вы проводите. И в центре у нас вороток Т-образный под квадрат 1,4, маленький. Так, по комплектации все, чего здесь нет в данном наборе. Здесь нет набора ключей, то есть комбинированных. Все есть, есть и длинные головки, есть и головки Torx, и 3 рабочих квадрата, но нету комбинированных ключей, поэтому набор с богатой комплектацией, но набор ключей придется докупить. Так, теперь по самому кейсу. Кейс у нас синего цвета. На верхней крышке у нас логотип Kengroy Professional Tools, профессиональный инструмент. И по габаритам кейса. Ширина 43, длина 32 см и высота 9 см. Вес самого набора составляет 8,5 кг. Запирание на горизонтальные пластиковые защелки. Кстати, защелки намного удобнее, чем есть такие вертикальные. Здесь они пластиковые, но инструмент профессиональный, поэтому они хорошего качества. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось видео. И оставляйте комментарии, кто использовал данный набор уже в работе. До свидания.